влияние России в Сербии огромное, сразу скажем. И я должен сразу сказать вначале, что в этом им помогает так называемая глубокая держава Сербии, Deep State, по-английски глубокая держава. Глубокая держава – это даже лица, которые публично не появляются, но которые из-под тишка, из где-то там глубины этой что-то делают, меняют, ставят своих людей куда нужно, на нужные позиции и тому подобное. Откуда они взялись, собственно, эти люди из глубокой державы Сербии? Это люди, вот есть такой голый отток, ты, наверное, в курсе этого, да? Да, знаю. Голый отток – это сталинисты, которые после Второй мировой войны, значит, в Сербии, да, которые выступали за то, что вот Югославия тогдашняя должна присоединиться к сталинской России, то есть к Советскому Союзу, ну тогда еще не было Варшавского договора, ну вообще присоединиться к этой восточной системе. Да. А Тито сказал нет, ну и в общем народ сказал, что нет, в принципе, мы не хотим этого, но было определенный процент народа, людей, которые хотели все-таки, чтобы Югославия пошла в сторону Москвы. И что случилось? Я просто рассказываю для читателей, я уверен, ты потом напишешь. Ну, Тито просто их судили, да, и отправили на Голый отток, тюрьма Голый отток. А они повыходили потом, да, вышли, вернулись в обычную жизнь и сплотились, да. Ихние дети продолжают ихние дело, и разные там марксисты, ленинисты, коммунисты, все это объединилось, то есть, как говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Они вышли с голого отока и, по сути дела, из-под тишка, с помощью советской агентуры начали организоваться и самоорганизоваться. Они же и помогли прийти Слободану Милошевичу на власть в 1987